Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.4.06. После перевода, обновления, покажу новые облики. Правда, официальная дата их выхода не сообщается. Облик Дариуса, Ароки Крис. В полную стоимость 1288 алмазов. Будет доступен с 22 августа по 18 сентября. С традиционной скидкой 30%. Скоро будет доступен зодиакальный облик на Адетту, Дева. Сентябрьский облик звездного участника на Гвиневру, Лотус, будет доступен с 1 сентября. Наш любимый магазин фрагментов. Редкие облики. 10 сентября Лейла, Зайка, уберут, а добавят Акай, Самурай. Магазин героев за фрагменты. 20 августа. Клинта заменит Аврора. 23 августа. Баданга заменит Адетта. 1 сентября. Чу заменит Гвиневра. 3 сентября. Заска заменит Грейнджер. 7 сентября. Вместо Урануса будет Леоморт. И 11 сентября уберут Белирика, а вставят Кадиту. Ах да, чуть не забыл. У ролика же есть спонсор. Это, конечно, 1xbet. В этом надежном букмекере быстрые выплаты и большие выигрыши. Киберспорт присутствует среди других спортивных рубрик. А еще, при регистрации и первом депозите ты можешь получить бонусом до 6500 рублей по моему промокоду. Ссылка и промокод будут в закрепленном комментарии. Изменения героев. Лилия. Ульта. Увеличили КД ульты на 5 секунд на всех уровнях. ХП реген от применения ульты уменьшили на 5%, а ускорение будет давать после ульты только 20%. Второй навык. Изменили расчет урона, тем самым понерфив урон на всех этапах. Думаю, теперь Лилия выйдет из бана. Впрочем, мне непонятно, чего ее некоторые боятся в рейтинге. Лишь контроль и бурст урон, вот и отъехала Лилия. Дальше Иксборг. Ульта. Будет замедлять только на 30% вместо 60%. Пассивка. После восстановления брони Иксборг получит только 30% ХП брони вместо 50%. Базовое ХП немного уменьшили. Было 1288, а будет 1138. Вот такой комплексный нерф Иксборга. Если ты все-таки хочешь видео, как контрить Иксборга, напиши об этом в комментариях. Кае. Второй навык. Немного уменьшили бонус к скорости. Чу. Первый навык. Уменьшили продолжительность эффекта замедления. Фанни. Добавили спецэффекты для тросов обликов. Скайларк и Роял Кавалери. Perfect English. Виксана. Ульта. Поправили баг, когда не призывался призрак Рафы. Кадита, Бальмонт, Горд, Клауд, Наталья оптимизировали эффекты. Бакси. Обзор героя у меня на канале. Увеличили физическую защиту на первом уровне с 23 до 40, а магический резист с 10 до 20. Первый навык. Теперь Бакс не может применять автоатаку, когда колдует этот навык. Второй навык. Сильно уменьшили базовый урон, но добавили бонус от вражеского максимального ХП, преобразовав в магический урон. Кроме того, урон по лесным мобам восстанавливает 85% КД навыка. Это позволит помогать союзнику забирать лес. Реворкнутый Бруно. Второй навык. Я, наверное, предвзят к Бруно. Мне изначально механика не очень нравилась, подвязанная к мячу. Теперь вот стоишь ты, врубив первый навык, и мяч летит к тебе обратно в голову. А если когда мяч на середине пути прыгнуть куда-то, то он притянется к тебе. Я лишь надеюсь, что реворк порадует Бруно мейнеров, хоть их и немного. Реворкнутого Валира почему-то выпилили из игры, я надеюсь, его полностью переработают. Кстати, кто не в курсе, 13 сезон заканчивается 20 сентября. Пометьте себе где-нибудь. Ну а теперь покажу пики обликов, которые обещал в начале. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, жми в колокол и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! これ一人で十分だ。
Experience the euphony of suffering. Despair is punishment for the undead. The southern seas are my domain.